С 24 августа 2020 года на территории Свердловской области, в том числе и на территории Артемовского городского округа, проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». По информации госавтоинспекции города Артемовского, за 7 месяцев 2020 года на территории Свердловской области зарегистрировано 162 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 183 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, один погиб. В Артемовском городском округе зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В 3 случаях дети-пассажиры, которые перевозились без нарушения правил дорожного движения при перевозке детей. 2 дорожно-транспортных происшествия с участием 15 и 16-летних водителей мототранспорта. И 1 с участием 16-летнего пешехода, передвигающего по проезжей части дороги в попутном направлении с транспортными средствами при наличии тротуара. Все несовершеннолетние обращались в приемный покой Артемовской ЦРБ. И лишь один участник дорожно-транспортного происшествия, это 16-летний пешеход, получил серьезные травмы и был госпитализирован в детскую больницу города Екатеринбурга. Ежегодно количество дорожных происшествий с участием несовершеннолетних увеличивается в период с августа по сентябрь, когда основная масса детей возвращается после летнего отдыха в населенные пункты с интенсивным движением транспорта на дорогах. В период проведения мероприятия комплексные силы полиции будут ориентированы на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, совершаемых несовершеннолетними самостоятельно или в сопровождении родителей или иных взрослых участников дорожного движения. Наряды ДПС в ходе проведения специальных рейдов у образовательных учреждений особое внимание будут обращать на нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД проведут дополнительные комплексные проверки состояния уличной дорожной сети и технических средств регулирования движения в местах расположения образовательных организаций. Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» продлится до 4 октября 2020 года. Сотрудники госавтоинспекции и инспекторы ПДН напомнят детям о соблюдении безопасных маршрутов «дом-школа-дом» и правилах безопасного передвижения в качестве пешеходов, пассажиров, велосипедистов и водителей.